С 1 по 10 сентября 2021 года проводится единый день безопасности. Уважаемые граждане, будьте особенно внимательны и осторожны. Помните, нарушение правил пользования газовыми приборами приводит к взрывам, пожарам, отравлениям, удушью. В целях личной безопасности строго соблюдайте следующие основные правила пользования газовыми приборами. Не допускайте к пользованию газовыми приборами и аппаратами детей до 12 лет, лиц в нетрезвом состоянии, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этими приборами. После окончания пользования газовыми приборами не оставляйте открытыми вентили баллонов, если баллон установлен внутри помещений, краны на подводящих газопроводах и газовых приборах. Не пользуйтесь газовым оборудованием в случае его неисправности и при обнаружении запаха газа, а также при неисправности газопроводов, дымоходов, вентканалов, арматуры и приборов автоматики. Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы, кроме рассчитанных на непрерывную работу, оборудованных соответствующей автоматикой безопасности. Не включайте конфорки газовой плиты и горелки духового шкафа для обогрева помещений. Это опасно и может привести к плачевным последствиям. Запрещается использовать для сна помещение, в котором установлены газовые приборы. Запрещается привязывать газопроводам веревки, нагружать газопроводы и использовать их в качестве опор, а также сушить белье над пламенем горелок. Запрещается производить самовольное подключение и отключение газовых приборов и баллонов, перенос их на другое место, а также самостоятельную разборку и ремонт. Запрещается хранить незарегистрированные на предприятиях газового хозяйства и не подключенные к системам газоснабжения баллоны для сжиженного газа, как полные, так и пустые. Запрещается производство земляных работ и посадка деревьев в местах централизованного газообеспечения без согласования в местных управлениях газового хозяйства. Не применяйте огонь для выявления утечек газа из газопроводов и приборов. Это может привести к взрыву или пожару. При обнаружении в помещении запаха газа немедленно перекройте кран на опуске, откройте окна и двери и вызовите по телефону 104 аварийную газовую службу. До приезда аварийной службы и до устранения утечки газа не производите работ, связанных с огнем или искрообразованием. Не включайте и не выключайте электроосвещение, не пользуйтесь газовыми или электрическими приборами и не зажигайте огня.